Всем привет! Сегодня мы узнаем, как добавить библиотеки эффектов в нашу программу. Все ссылки вы можете найти в описании к этому видео. Перейдя по ссылке на Artwalk Color, мы попадаем на данную страницу. Здесь есть описание установки эффекта, ролик, показывающий, как работает данный эффект. Здесь у нас органы управления эффекта. На этой вкладке мы можем скачать данный эффект. Перейдя по ссылке комьюнити, мы попадем на данную страницу. Здесь мы также увидим описание установки данной библиотеки эффектов. Внизу есть список эффектов, входящих в данную библиотеку. Здесь мы также можем скачать архивом нужную нам библиотеку. Это стороннее дополнение. Благодаря Томасу Морли мы можем использовать данную библиотеку эффектов. Скачиваем архив. Итак, мы скачали наши архивы и надо их распаковать в корневую папку программы, в подпапку эффекты. Перекинув все полученные файлы из архивов в папку эффекты, таким способом мы добавляем их в нашу программу. Запустим программу и убедимся, что все встало на свои места, что наши библиотеки эффектов добавлены. Создадим последовательность. Добавим цветовую заливку и на нее будем назначать эффекты. Да, вот наши библиотеки. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем хорошего видеомонтажа. Счастливо!